Здравствуйте. Добрый Рада день. Вас видеть. Присаживайтесь. Спасибо, взаимно. Вы в первый раз, по-моему, да, в таком формате? Да, в таком формате у вас, да. В программе «Прилюдно» вы еще не участвовали. «Прилюдно», да, «Прилюдно» с Людмилой Бличенковой. Точно. «Прилюдно» вас буду спрашивать все, что вы думаете. Отвечу на все ваши вопросы, секретов не удержу. Ловлю на слове. Знаете, вот о вас так особо, мне кажется, что нашим телезрителям неизвестно, потому что вот так со статьями, с комментариями вы не так давно очень активно стали выступать. Что должен знать телезритель программы «Прилюдно» о Борисе Шаповалове на сегодняшний день? Коротко о себе, я да, так скромно так. Вот чем вы сейчас занимаетесь? Чем я сейчас занимаюсь? Ну, по образованию я историк по первому образованию, по второму образованию политолог-социолог. В последнее время вот как раз я больше занимаюсь политологией и социологией, хотя этим занимался еще с периода развала Советского Союза, но есть одно «но». Вот вы правильно подметили одну особенность, что в последние где-то лет пять я стал очень активно писать, стал публичным человеком, скажем вот таким вот образом. Этому есть простое объяснение. Какое? До этого я был более 20 лет руководителем учебного заведения. И, соответственно, эта официальная должность, функция предполагала, что я не могу очень уж открыто высказывать свои, ну, публично какие-то политические вещи, свои взгляды, потому что, ну, сами понимаете, начинаются вопросы, а кто он такой, почему он так воспитывает, на него дети смотрят, учителя, ну, вот эта вот специфика есть. Но основное мое дело – это, конечно, политология, создание партии, их продвижение, все выборы, вот все, что было, начиная… На слове создания партии вы как-то загадочно улыбнулись. Равноправие создавал, политическую партию «Патрия» создавал, да много чего, в чем участвовал и кому помогал. Казань брал, в общем, да. Да, Казань брал, поэтому вот всегда в тени, потому что это, ну, профессия у профессионалов не предполагает особых каких-то вещей. А вот последние 5 лет я, образно говоря, сохраняю педагогическую деятельность, но не в таком объеме. Мои погоны мне позволяют говорить все, что я думаю. Хорошая у вас должность. И тем не менее, у вас есть конек во всех ваших материалах, я так посчитала. Вы все-таки более всего пишете о молдо-российских отношениях. Ну, мне кажется, что большинство статей посвящено именно этой теме. Ну, это актуальная тема у нас. А вот почему вас интересует именно это? Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, я русский. А во-вторых, мой род живет на этой земле 300 лет. И я гражданин Молдовы. Поэтому у меня вот это сочетание, это моя родная земля, это моя родина. Но я русский по этническому происхождению, по своему воспитанию, менталитету, по культуре. Поэтому, естественно, есть моя историческая родина, там, где жили мои предки. Мне это все понятно, мне это интересно, как историку тем более. Вот. А есть еще политический подтекст, ну извините. Последние 7-8 лет мы же сами разругались с этой великой страной, с этим великим народом, который всегда помогал и украинцам, и молдаванам, и другим представителям, ну вот, скажем так, евразийского пространства выжить. Поэтому, ну, это интересная тема. И я глубоко убежден в том, что наше будущее только в евразийском пространстве. Да, мы европейцы, до Урала, мы все европейцы, но нельзя нас разделить, разорвать, потому что есть культура, есть менталитет. Ну как мы разделим наше православие? Вот сегодня церковь начали делить, еще какие-то моменты. Мне этого непонятно. Мы в одной культуре воспитаны. В молдавском языке 30% славянизм. Что с этим делать? Искусственно вводить, как в Румынии вычеркивают это славянское происхождение слова, заменяют его французским, английским. И это они называют языком. Ну да, вот поэтому язык, появилось название «Современное». Несколько все-таки другая тема. И поэтому те события, вот, которые происходят, ну, в частности, последний визит нашего нового президента вот куда? Да, в кстати, Москву. Вы прям так вот напросились на этот вопрос, конечно же, да. Ну, тема актуальная. Вы писали 2 статьи точно, я точно ваши видела, ну, да? До визита, конечно, по-моему, раз, и да, после визита. И вот визит, радио, да, состоялся. Какие итоги вы бы выделили? Вы знаете, самый главный итог о том, что начали разговаривать. То есть самый главный результат – это факт самого визита. Конечно. А вы скажите мне, с кем могла российская сторона
последние 8 лет разговаривать. Вот после 7 апреля 2009 года президента одного нет, один исполняющий обязанности, непонятно, какие он указы, то камни ставит, то оккупацией называет, то колонизацией, то еще чего-то. Можно было с этим человеком разговаривать? Нет. Потом пришел другой, тоже временно исполняющий обязанности, он ни за что не отвечает. Россия всегда говорила, что да, она готова открыто к переговорам, а потом, извините, господин Филат встретить. Ну, были попытки, но результат, да. Конечно, а потом господин Тимофти. С ним о чем-то можно было говорить? Ну, я считаю, что это человек, который вот был, ну, это моя личная точка зрения, пустым местом в истории нашей страны. Потому что должна быть позиция, должна быть мнение. Он, по-моему, один раз за все президентство выехал, его силой в Гагаузию вытянули после башканских выборов. И то он там что-то сказал невразумительное, что обидело гагаузов. Да? И любое его выступление, оно какую-то конфронтацию вносило. Помните одну знаменитую встречу в 2013 году или в каком, когда он там с Путиным рядом сидел? Он, на саммите. Да, мысль свою выразить не мог, и после этого вообще любые отношения прекратились. Ну, о чем можно говорить? Поэтому я очень рад, что у нас появился нормальный, извините, говорящий, с мозгами, молодой, энергичный человек, который имеет программу. Ее можно критиковать. Вот это, может, нехорошо, вот это, может, по-другому давайте сделаем. Но у него есть программа развития страны. Вот он победил, за него большинство народа проголосовало. Дайте ему возможность ее реализовать. Вот моя позиция как гражданина. Я вообще исхожу из того, что вот он приступил к должности. Ну, давайте так, 100 дней вообще не будем критиковать. Да, нет, может быть, там советы какие-то дать, вот пожелания. Нет, вы понимаете, остальное. Да, я соглашусь здесь. Потому в отношении что 100 дней, но сам визит комментируют. Нет, ну это да. И конечно комментируют очень охотно. И чем вы все-таки можете объяснить такую, я бы сказала, болезненную реакцию многих представителей правящей коалиции по поводу некоторых заявлений Игоря Николаевича Дадона? Ведь смотрите, только Дадон что-то скажет в Москве, да, вот мы видим, отреагировал Плохотнюк, потом премьер сказал, потом у нас, значит, реакция демократов от партии, да, есть мнение. То есть мы видим, что и везде очень болезненная такая реакция, да? Да. Чем вы это можете объяснить? А успех человека? Во-первых, человек победил на выборах, что было неожиданно и для европейцев, и для американцев, которые сегодня управляют Молдовой, а тем более для тех, кто считал у нас, что они хозяева этой страны, и они здесь всех купили, кого можно. Оказывается, нельзя всех купить, избирателя не купишь. Избиратель проголосовал так, он считает нужным. И что сделали после того, как большинство народа проголосовало за Дадона? Вся вот эта клика, правящая верхушка, бросилась ограничивать его полномочия, оттягивать его вступление. Но это просто смешно было, стыдно, позорище, которое говорит о том, что политической культуры в нашей стране абсолютно нет. Абсолютно нет. Не с кем разговаривать просто на эту тему. Потому что, ну, можно массу вот сейчас привести примеров. Ну, ну вот смотрите. Эту прессу, вот телевидение того же, вот все, что вот олигархическое и так далее, да, ну, прославляют. Возьмешь, вот они говорят, европейские ценности, демократические ценности, вот они все зациклены, европейские и демократические, но они понимают демократию так. Вот мы правим, и это на всю жизнь, и если что-то другое, то это неправильно, это не демократия. Ну вот некоторые объясняют так, что демократы в своих таких очень быстрых, таких молниеносных практически реакциях, они ставили себе одну единственную цель – это приватизировать европейский вектор, да, за своей партией. Как, ну, за они давно приватизировали. Как за единственной партией. Ну, 2009 года. ну почему же? Вы знаете, что были разные этапы на пути европейской интеграции. Это, да, и партия Филата, да. Вот мы знаем, что европейские ценности продвигала Майя Санду, да, и партия Платформа, да, ну много. Да. Ну вот якобы демократы вот так, поэтому себя ведут. Вы согласны? Есть, да, в этом? Я согласен, конечно, с этой точкой зрения. У них сегодня, ну, во-первых, там происходит мощное переформатирование на, там это где? На правой половине поля. Так. На левой половине мы уже определились, в принципе, более-менее тут видно, кто чей и кто что.
Тут 2-3 партии, которые что-то определяют. Да? Вот социалисты, там, недобитые остатки коммунистов, не растасканные, может быть, недобитые очень хорошо сказано, но их осталось. Я имею в виду плохотненьких еще не добил, и вся эта либеральная кампания. Да? Ну, а по большому счету, кто на левом фланге еще? Ну, наша партия, да, которая переживает не лучшие времена, это связано с отсутствием их лидера, ну и другими системными вещами. Будет время, поговорим. Вот, это этот момент. И на правом фланге там все по-другому. Смотрите, либералы, они фактически разваливаются. Ну, результаты президентских выборов показывают, что Михаил Гимпл... Никто. Ну да, он даже 2% не никак. Набрал. Да, 1,8. И зовут его никак. И, соответственно, вот та борьба, которая у них началась в партии, вот Шалару, Гимпу, тут уже Басеску со своим проектом появился, очень опасным для нашей страны. Это очень серьезная опасность. И я здесь поддерживаю вот этот указ Дадона о лишении его этого молдавского гражданства, потому что это то, что ему дали гражданство, это вообще антигосударственная позиция была и неправильная. Это повод сплотить вот эти мелкие разные либеральные униевские движения и поставить крест на государственности республики. Поэтому Дадон поступил как государственный. Следующий момент. Либеральная демократическая партия, ну, после посадки в тюрьму их хозяина и спонсора. Ну, и рейтинги показывают сейчас очень низкие. Это уже все кончено. Что там остается? Демократы. Ну, мы слышали последнее заявление так называемой социал-демократической платформы. Это те 14 коммунистов, которые в декабре 2015 года перебежали под крыло Плохотнюка. Да, тоже очень интересные ребята. В воскресенье они проводят отчетно-выборные районные и городские конференции, да, а в понедельник они выходят 14 членов ЦК. Ну, давайте скажем зрителям, что ходят такие слухи, да, что они объединятся в единую. Да, пошли фракцию. Такие слухи. Мы же знаем, если в политической тусовке пошли слухи, значит, оно. Ну, не знаю, у нас многие слухи ходят, не все, кстати, подтверждаются. Ну, да, есть, да, я согласен. Не буду сейчас, да. То есть они на себя тянут одеяло. Конечно. Хорошо, вот реакция наших. Мы поговорили. А реакция зарубежная? Вот румыны сразу начали высказываться. Да, президент. После того, как Путин подарил определенную карту молдавского князя. Мы знаем, почему МИД румынский вообще тоже как-то так высказался, что заявление президента Дадона — это неадекватное заявление. Там вообще какая-то риторика была. Опять-таки политическая культура ноль. Ну, самое интересное, что сами европейцы-то мягче всех сказали. Они сказали, что они по-прежнему уверены, что это соглашение об ассоциации, которое мы заключили, это замечательное соглашение, что оно работает, и лучше всего работает в сфере миграционного, значит, режима, имею в виду безвизовый здесь режим, имеется в виду. Вот. И потом последняя фраза была: мы ждем с визитом Игоря Дадона в Брюссель. То есть, вот они как-то мягко. А вот мягко остальные европейцы, да, европейцы, это мягко. Офис госпожи Могерини. Вот они помягче. Вот они сказали так: давайте дождемся. Видите, традиции культурные видно сразу, да, в отличие от наших и румын, ну, есть отличия все равно. То есть по-другому реагируют. Ну, конечно, они будут негативно реагировать. Почему? Потому что Игорь Дадон государственник. Игорь Дадон, ну, четко и ясно обозначил: мы с румынами братья, мы с ними дружим, но, извините, мы два раза. Разных государств и два разных народа. Ну, правильная позиция. Естественно, румынскому политическому классу это не нравится, ведь они все зациклены последние 30 лет на то, чтобы, ну, вот как бы решить этот вопрос опять в свою пользу, в свою сторону. Им это не нравится, естественно. Всем остальным, ну, я бы сказал, что здесь есть еще элемент самопиара. Ну, вы меня извините, вот это дедушке Трампу письмо великого писателя Влада Плохотнюка. Заказная статья в американской прессе. Ну, это чисто политтехнологические вещи. И таких публикаций очень много. Ведь против нас здесь, реально против нашей государственности, против нашей страны, работает около 400 европейских, румынских и американских фондов, неправительственных организаций, которые ставят одну цель. Разложить нас, сделать нас подконтрольной территорией, прибрать нашу финансовую и банковскую систему и самые плодородные молдавские земли. Больше мы им ни зачем не нужны. Вот этому последнему предательскому парламенту нужно
принять последнее решение, разрешить приватизировать нашу землю сельхозназначения иностранцам. Все, их отправят в отставку, как в 1918 году сватал царей, перестреляли, разогнали, и на этом все закончилось. Они свою функцию выполнили. Но они... Я вот слушаю вас, и если позволите... И становится страшно. Нет, не то, что страшно, я это слышала разные версии, но я возвращаюсь к визиту, и в одном соглашусь, что он, знаете, как бы выявил все противоречия, которые существуют у нас в ветвях власти, вот особенно ярко, явно. Сказал, да, ярко. Потому что даже президент находится вот в зарубежной поездке, когда он там находится, правительство принимает решение, что не будет отзывать нашего посла в Румынии. Дадон на следующий день им отвечает, говорит, что ну хорошо, друзья, вы потом придете ко мне со списком, значит, послов, которые мне необходимо будет их кандидатуру одобрить. Да? То есть я это к чему говорю, что если вот этот вопрос вызвал ну, такую, я не знаю, вот такое противостояние, да, выявил, то что будет дальше? Это будет вот так все время, по каждому вопросу? Как знаете, Людмила, вы затронули очень сложную тему. Очень важно. Кто-то говорит, мол, типа Дадон еще не вышел из предвыборной кампании. Говорят и такое. Дело не в Дадоне. У Дадона всегда была такая позиция, сколько я его знаю. Всегда. Он ее не менял. Я имею в виду государственность, я имею в виду нейтралитет, я имею в виду молдавский язык, православие, дружбу с Россией и так далее. То, что у него заложено в программе. А вот у правящего режима там все совершенно по-другому. Они ведь сегодня боятся потерять реально власть. Боятся. Почему? Потому что это уголовные дела. Вы меня извините, самый главный вопрос, и все упирается в него. Скажите мне, пожалуйста, вот первая тема заседания Совета Безопасности, которую проанонсировал Игорь Дадон, говорит о чем? О том, что... Надо разобраться с аферой, с этой банковской аферой и ответить на вопрос, кто украл миллиард. И сразу же на него пошла мощнейшая атака, пропагандистская, идеологическая и все остальное. Почему? Потому что он наступил на больной мозоль. За этот миллиард за два года никто не ответил. Ну что там, возбудили уголовные дела, говорят, на 150-160 человек. Помните, как Путин сказал известную фразу «посадки где?». Угу. Вот эта вся показуха, которая была, борьба с коррупцией, 30 человек арестовали, помните этих, ну, те, что на дорогах стоят и взятки вымогают у водителей? Да. Что дальше с ними? Ничего. Скажите мне следующее дело, вот эти, что детей травили в Кишиневе, в детских садах и в школах, вот, некачественные продукты поставляли, что с этим делом? Ничего. И вот так все, что было проанонсировано и сделано, это все чистейший популизм и втирание очков населению. Дадон пытается что-то сделать, значит, его нужно по рукам ударить. То есть это к тому сейчас говорится, что будет продолжаться такая вот драка, как да. Вот у меня в эфире. Дело в том, что с той стороны люди, не пойдет будет никто драка. На сотрудничество. Да. Она хочет удержаться любыми практически методами, а вы говорите, а Игорь Дадон не намерен менять своих взглядов. Получается, что это столкновение неизбежно. Другой вопрос, к чему это приведет? К чему это приведет? К СМИ, а это должно привести, как в нормальных политических классах, без всяких ужастиков, к смене политического класса. Вы сейчас говорите о досрочных выборах. Да, конечно. Они будут. Причем они в первую очередь выгодны демократам становятся. Хорошо. Объясню, а что почему. Должно произойти? Да, вы сейчас объясните, потом... Да? Да, да. Объясню почему. Потому что чем больше люди будут видеть, что вот Игорь Дадон это предложил, он этот вопрос поднял, его права ограничили, ему это не дают делать. Он будет набирать все большую популярность, он и партия социалистов. Демократам это становится невыгодно. Вот поэтому они опять заговорили о своем старом проекте. Давайте вернемся к избирательной смешанной системе и так далее. То есть это подготовка к фальсификации будущих парламентских выборов и к организации их на своих условиях, точно как проводились президентские выборы. Они что, их организовали? Они вообще не думали о том, что Игорь Дадон победит. Ему никто не собирался дать победить.
Ведь было все сделано для того, чтобы сфальсифицировать эти выборы. Вы посмотрите, что в Европе творилось. Есть такая теория, что это все произошло для того, чтобы погасить градус протестного движения, и это удалось им сделать. Давайте скажем прямо. Да, здесь я согласен. С этой точки зрения это удалось сделать. Хорошо. Вот если говорить о досрочных выборах, то есть вы полагаете, что все это будет сделано довольно просто, будет проголосована смешанная система, и демократы, ну что-то же должно спровоцировать эти выборы. Какой-то конфликт между президентами, парламентом. То есть вот как вы видите, что это будет за провокация? Я почему так детально спрашиваю, потому что сегодня, вот, например, тоже мнение уже узнала уважаемого политолога Виктора Чубана. Он, например, уверен, что весной проголосуют смешанную систему, а осенью уже будут досрочные. Я уверен, что осенью будут выборы, я согласен с Виктором. Вы согласны с этим? Я согласен с его точкой зрения. Ну, Виктор опытный специалист, и можно доверять его предчувствию и так далее. Вся ситуация идет к этому. Почему? Потому что если будут проходить плановые выборы, авторитет Дадона и партии социалистов будет громаднейший через 2 года. Это ярко видно. Почему? Потому что опять-таки вопрос, кто украл миллиард. И дальше, сегодня или вот на днях у нас этот произошло еще одно событие, год ночному правительству Филиппа. Да. А где итоги? Какие? То, что нам дали 100 миллионов, нет, это заслуга? Нет, вы неправильно считали. Самая главная заслуга, премьер Филипп считает, стабильность. Вот послушайте, что он имеет в виду. Он говорит так, что самое главное наше достижение, что вот у нас установился такой режим, да, политической стабильности. Вот они пришли на волне протестов, вы помните, а вот якобы все это время у нас уже и протестного движения как такового не наблюдается, и по их мнению как бы и страсти даже поутихли, и деньги международные, значит, доноры и различные финансовые организации дают, и разблокировали внешнее финансирование, меморандум с МВФ. Вот так рассуждает Павел Филипп. И на первый взгляд, как бы, вроде как и имеет право, вы знаете, да? Людмила, я чувствую, кому-то не понравится моя формулировка, тех, кто смотрит. Это... То есть вы будете говорить, что это стабилизация? Нет. Или что? Я скажу чуть-чуть более по-другому. Это стабильность на кладбище. Потому что то, во что превращена наша страна, и говорить о стабильности, это значит не иметь ни капли совести перед своим народом, в правильной оценке того, что происходит. Давайте я просто начну загибать пальцы, задавать вопросы. Вам не надо отвечать, потому что вопросы риторические. Скажите, пожалуйста, сколько за год ночного деятельности ночного правительства в страну вошло инвестиций? Нисколько. Ой. Наоборот, уходили инвесторы, причем делали это громко даже. Хлопнули дверь. Да. Потому что в любом приличном обществе с ворами не хотят иметь дело, если они думают о своей репутации. Я имею в виду крупные международные компании. Теперь скажите мне, пожалуйста, сколько было построено километров дорог? Хотя бы по Кишиневу давайте посмотрим, что происходит. Да? Сколько было построено производств? Сколько было создано рабочих мест? Куда? Ну, у нас торговые центры строят. Насколько, еще один момент. Насколько увеличилась наша торговля с Европейским Союзом и так далее? А на эти вопросы нечего отвечать. И когда выходит премьер-министр страны, и за целый год он говорит, что заслуга меня и моего правительства заключается в том, что я выпросил у иностранных международных организаций на 3 года 170 миллионов этих условных заимствований, и сейчас типа 100 миллионов, там опять на несколько лет дают кредитов. Вот это заслуга правительства? Это вернет наш 1 миллион граждан, которые работают за границей, домой к детям? К своим отцам и матерям, к семьям, в запущенные села и города. Ежедневно из Молдовы на постоянное место жительства уезжает 106 или 108 человек. Ежедневно. Мы теряем за год, последние 10 лет, приблизительно 8-9 тысяч человек. Это приблизительно 3-4 средних молдавских села. Это катастрофа. Это кладбище. Другого названия я не подберу. Вот это итоги. То есть вы считаете, что этому правительству гордиться нечем? Я так понимаю, я да? ответил, но ну, я могу вообще конкретизировать. Да, я понимаю, что можно вы можете. Можно две цифры просто?
не буду экспорт-импорт? Да, моя любимая тема. За, я, 9 я за 9 месяцев мы в Европейский Союз экспортировали 55 тонн молдавских яблок, 28 килограмм баранины и килограмм 14-15 свиной шкурки. Это европейская интеграция? Ну, видите как. Поэтому восстановление наших связей с Российской Федерацией – это задача номер один. И то, что делает Дадон, он делает правильно. Хорошо, с правительством, чтобы разобраться уже. Да, мне давайте. Интересно ваше мнение. Вот та реформа кабинета, которая заявлена. Я уже несколько месяцев наблюдаю за этим процессом. И знаете, то как-то утихают разговоры об этом, то опять возобновляются. Я вот не очень сейчас еще поняла, будет оно на самом деле или нет. А вы как считаете, сократят эти число министерств? Ой. Что-то будут делать или нет? У меня на эту тему сразу возникает два анекдота. Один неприличный про... Начните с приличного. Неприличный оставим за рамками камеры. Ну, и второй приличный. Тоже да? Приличный. Ну вот типа наши там деятели революции едут в поезде, заходят железнодорожники и говорят, вот Иосиф Виссарионович, Сталин, такое случилось, там рельсы кончились. Ну, вперед, коммунистический субботник, выложили рельсы, все нормально, едут дальше. Опять остановились, приходит уже Хрущев у власти и говорит, говорят, рельсы закончились, ехать некуда. Он говорит, сзади снимайте, ставьте спереди. Проехали опять какое-то время. Помните, был период, называли застоя, все остальное. Заходят к руководителю и спрашивают, опять рельсы закончили, что делать? Говорит, ребят, давайте все будем раскачивать вагон и делать вид, что мы куда-то движемся. Я ответил на ваш вопрос? Думаю, да. Ответ, конечно... Ну, неприличный, наверное, не будет. Неприличный точно про не будет. Про соответствующие учреждения с лицами, как это Путин сказал, с пониженной социальной ответственностью. Да, эта фраза пошла у нас в народ, и ее очень часто стали использовать, это правда. Я почему так про эту реформу действительно спрашиваю предметно, потому что это хороший повод что-то поменять, в том числе и в коалиции. Но сегодня премьер Павел Филипп, например, сказал очень четко, Плохотнюк в премьер, до 2018 года, а, наверное, за скобками нужно читать, что до выборов, так, да, то будет это 2018 год или раньше, но это хороший вопрос, да, я понял. Как бы он не метит. Вы поверили вот в такие откровения? Да нет, я. Конечно. Дело в том, что здесь самый главный вопрос, опять-таки, вот задаем вопрос и просто на него отвечаем. Вот эта реформа, вся правительство, от того, что там будет, ну, 9 министров, или 7 министров, или 15 министров, от этого добавятся рабочие места? Нет. Вы неправильно понимаете процесс реформы правительства. Вы исходите из того, что любая реформа должна привести к улучшению качества жизни граждан. А это основная задача правительства. А вы вернитесь в молдавские реалии и подумайте, как есть. Например, для того, чтобы сократить министерство, где есть определенные партийные министры. Ну, вот надоел, например, Михаил Федорович Гимпу. Да, ведь вы, если вы внимательно посмотрите на те предложения, которые существуют, понял. Вы поняли, да? Да? То есть там как раз именно те министерства, где ставленники, представители либеральной партии. Может быть, под таким углом проведена эта реформа или не может? Может быть, конечно. Но это возможно? Да, возможно, конечно. Да. А почему попутно не убрать? Так вот я призываю вас убрать? Рассуждать, знаете, как исходя из реалий, а не из того, как оно должно быть. Не, ну я всегда стараюсь говорить из интересов людей. Оно приносит какую-то пользу или нет. Потому что реформ можно проводить очень много, но должен быть какой-то положительный результат. Может быть, не надо все эти министерства сокращать, лишь бы люди работали там, да, на совести, ну, так мы еще и логика была бы, да. Еще добавочно. Но я не уверен, что этот государственный бюджет у нас от этого разгрузится. Угу. Почему? Потому что практика всех этих реформ говорит, что если из одного сосуда убывает, то обязательно прибывает в другой сосуд. Это закон физики и общественного развития и всех административных реформ. То же самое произойдет у нас. Ну, эти министерства вот там сократят 1/3. Сольют как бы. А потом через полгода появится необходимость, оказывается, нужна 1/3 секретарша, 1/10 помощника, 1/3 начальника управления. Но это распространенная практика. С момента развала Советского
Советского Союза, вот во всех бывших постсоветских республиках, по статистике, административный аппарат управления вырос в два раза. Ну, извините, нет ни райкомов, ни обкомов, ни направляющей, регулирующей коммунистической партии и прочих-прочих вещей. Есть президент, есть парламент, есть, и посмотрите, что у нас творится. У нас заходишь в эти официальные учреждения, все серьезными лицами, все смотрят в компьютер, и все играют в эти игры. Так ну, говорите... Ну, своими глазами вижу. Верю, да. То, что говорите, прям как будто вот из личного опыта. Ну, вот правда. Хорошо. Все вот эти вопросы, которые я вам сейчас задавала, в принципе, вот сейчас можно, наверное, объединить следующий мой вопрос. Это в отношении расклада политических сил. Вы начали об этом говорить, но сейчас давайте поговорим об этом подробнее. Вот смотрите. Выборы прошли президентские. Вы говорите, что не за горами и досрочные, парламентские. Ну, так складывается ситуация. Как вы видите на сегодняшний день расклад сил в стране? Потому что мы видели какие-то результаты уже, да? Они о многом сказали, как наше население, как наш электорат голосовал за тех или иных политиков. Да. Из этого можно сделать. Ну, возможно, берите в расчет последние опросы. Вот какой он, этот расклад? Ну, по последнему опросу, насколько я знаю, социологическому, там в лидерах это партия социалистов Республики Молдова, это, естественно, представитель этой партии победил на президентских выборах, а первое лицо из, ну, так сказать, из политиков, то Дадон, если я не ошибаюсь, около 50%, там 49%, по-моему, да, вот, набирает, то есть недалеко, там 52% он набрал в результате выборов, да, то есть недалеко от тех реальных выборов, которые есть, поэтому этому социологическому опросу в этом плане можно верить. Но когда я увидел в этом социологическом опросе на втором месте по популярности, там, по-моему, Майя Санду, да, идет. Но у нее гораздо меньше результат. С 15%. Да, да. Вот те реальные 15%, которые у нее были перед первым туром, все остальное нарисовано. Ну, и вот социологический опрос, второй видите, тур подтверждает. Это нечто, президентские выборы по турам, это да, все-таки нет, не, это что-то понимаю. Другое. Но все равно вы общее количество. Да? Может быть разброс 2-5%, но не в 30%. Хорошо, это я поняла. Видно. То есть вы считаете, что социалисты на самом деле, как вот по подсчетам... На левом фланге, да. Они будут лидерами, и они объединят всех Нет, остальных. Нет, но там пересчитали на голоса, и получалось уже парламентское большинство, 52%. Не конституционное, а такое вот, знаете. Тут сложно спорить. Вот. Да, а этого достаточно для того, чтобы утвердить свое правительство. Да. Для того, чтобы менять конституцию, явно нет. Президент вносит предложение, 52 депутата голосуют. Хорошо, а вот дальше, после социалистов, да. Как вы видите по нисходящей результату? Ну, давайте так, по нисходящей это, конечно, наша партия. На втором месте. Да, на втором месте, на левом фланге. Под большим вопросом, пройдут ли в парламент коммунисты Воронина. Это реальность, потому что... Да, там у них совсем маловато. Да, у них совсем мало. И, ну, это по этому рейтингу, но я просто знаю реальную ситуацию по районам и городам, потому что эти выборы действительно показали, кто есть кто. Ну, бойкот выборов не однозначно воспринят населением. А бойкот, извините, инаугурации президента вообще политическая бескультурия абсолютная, да? Ну, вот ну мы это говорили, наша, вы да, были в эфире, ну, да. Извините, если помните, мы детально это обсудили. Да, да, это очень было. Очень даже неприятно говорить. Вот, а больше там, а партия Шора, ну вот еще один олигарх купил себе партию, ну так оно и есть. Ну открывают социальные магазины, говорят люди. Да, что социальные магазины прибыли не приносят, только пусть сказки рассказывают кому-то другому, да, во всем мире они все равно не могут работать. Просто так. Хорошо, это одно. С левыми, да. Да, с левыми ясно. Относительно левыми. А с правыми тут формируется очень мощный блок демократической партии, в который, видимо, вступит социал-демократическая эта платформа этих 14 коммунистов. Туда уже напросился Юра Лянка со своими народными европейцами. Ну, он не подтверждает пока, но слухи такие ходят. Куда он денется? Первое ну, уголовное дело Некоторые на него. Некоторые говорят, что министром иностранных ну, дел может стать. Но уголовное дело за принятые решения по миллиарду на кого открывать? Он очень уязвимый человек в этом плане. Я его не обвиняю в том, что он украл миллиард.
Я его обвиняю в том, что он некомпетентный руководитель государства, который принял неправильное решение, которое нанесло громадный ущерб обществу. Да? Мы вот должны с государственной точки зрения к этому подходить. И те министры, которые голосовали и так далее. Да? Поэтому там есть кого щипать. Либерал-демократы, остатки без хозяина, куда они примыкают? К демократической партии, как более близкой и родственной им. Почему? Потому что к либералам им некуда примыкать. Либеральная партия в парламенте проходит. У них там сложная ситуация сейчас. Сложная, да. Конечно. Но я им, разные комментарии читала. Да, это все-таки... Разные руководители, да, да. Разные и спонсоры, разные члены, и разные члены партии, да, стоят за их спинами, да. И так далее. Здесь есть нюансы, но они все равно где-то, ну не с демократами будут, пойдут параллельной колонной. Скорее всего, они пристроятся вместе с Майей Санду. Вот, я в эту версию верю, скажу вам больше. Мы здесь с вами полностью. Потому что все-таки то, что я читаю, да, что они говорят о демократах и плохотнюке, больше меня к этому. Да, и вот получается, мощный блок демократов и примкнувших всем остаткам, которые их примыкают, и как бы новая волна, которую искусственно формируют у нас. Ведь Майя Санду – это мыльный пузырь, дутое политическое формирование, а оно ниоткуда. Но тем не менее, вот так, выборы прошли, и вы считаете, что по инерции еще вот те самые 15% это как-то люди отдают? Вы понимаете, я общаюсь ведь с большим кругом людей, русскоязычных, молдавоязычных, интеллигенция, рабочий класс. Так вот, за Майю Санду, вот, извините, тупо голосовала интеллигенция. В каком плане? Ой, она молодая, вот она за Европу, и давайте за нее проголосуем. А то, что она была никаким министром, то, что закрывали школы, издевались над детьми с этими видеокамерами и все остальное. Вот это европейские ценности. Слежка, шпионаж друг за другом, да, доносительство. Вот. Это людей не интересует. Почему? Потому что работает мощная пропагандистская машина, ну, телевизионный зомбоящик. Если каждый день человеку говорить, что он дурак, в конце концов на 101-й день он начинает сомневаться, на 200-й день он начинает думать, ну, наверное, я не совсем действительно умный, а потом, ну, дурак и дурак. Вот что происходит у нас в обществе. Вы включите канал 2, канал 3, Prime, даже Первый государственный. Я уже не говорю о таких, как там Публика, и вот закрывают этот журнал ТВ, да? Ну, там открыто. Не, их не закрывают, там у них, ну, свои проблемы, да. Да, аренда. Я почему спрашиваю вас про Майю Санду? Ведь это очень влияет на мозги. Я понимаю, но мы сейчас не о пропаганде с вами говорим, мы сейчас говорим о раскладе. Я пытаюсь понять, Майя Санду, Андрей Анастасов. Вот про Андрея Анастасова многие после его решения не участвовать уже и крест политический такой, знаете, поставили. Политический поставили, да. Вот мне интересно, вы как считаете? Я за. Вы понимаете, Андрей Анастасов по, в принципе, всем прогнозам опережал Санду. Но у нас же официальные прогнозы для них делали фонд Конрада Аденауэра. Европейский, потом фонд, по-моему, республиканского фонд, да, института и так далее. И вдруг они говорят, что это Майя Санду. В адрес Майю Санду выступают Меркель, Европейская народная партия, причем нарушение закона о выборах. Потом выступает председатель, ну, Европейской комиссии, как его кот там. Вы имеете в виду фотографии, которые появились? Да, но и были вперед, выступления, то есть это открытая официальная позиция. Это говорит о том, что это проект, который финансируется европейскими структурами, фондами, неправительственными организациями. Это искусственно создаваемая у нас альтернатива той демократической партии, ну, которая, по мнению европейцев, запачкалась. Их бы как бы вот сменить. Помните, летом 2015 года не удалось это при помощи правительства Стрельца, тогда Майю Санду выдвинуть. Вот пошел второй этап. Но так же не бывает. Вот количество голосов по всем соцопросам в августе, и вдруг в середине октября Майя Санду светоч, и у нее такое, говорит, так на нее вся пропагандистская машина работала. Вы меня извините, сколько лет Мариан Лупу мечтал стать президентом? И вот оно, это президентство, на него чуть не свалилось, и он так радовался. Сказали стоять к ноге, снять свою кандидатуру. Но я, может, утрирую, грубо говорю, но это правда.
Ну, для него обидно говорить, ну, да, для, конечно. Нет, ну, конечно, обидно. Не стал. Почему? Заменили вот на новую красивую обертку, упаковку европейскую, да, которая ничего нет. Ни структур нет, по большому счету, ничего еще нет. Они сейчас только создаются. Да, они создаются, и все готовятся на самом деле, потому что если вы правы, и вот допустить вероятность осенью, как вы говорите, что могут быть досрочные, тогда давайте скажем честно для наших телезрителей, что тогда страна, получается, опять находится в состоянии предвыборной кампании. Потому что из нее никак не можем выйти. Мы никак из нее не выходим. Да, почему? Объясню, почему, Людмила. И это и хорошо, и плохо, да. Здесь есть один момент. Опять-таки, наша политическая бескультурия. И вот попытка задавить другого, потому что вот я... Ну вот смотрите, что произошло у нас. Англия. Они проводили референдум. Премьер-министр его проиграл. 52% Brexit, на... Брексит, да, на 48%. Что делает премьер-министр? Уходит до свидания, уходит в отставку. Да. Италия, премьер-министр проиграл изменения в Конституции, уходит в отставку. Болгария, выборы, лидер социалистов побеждает на выборах, становится президентом. Что на второй день происходит? Выходит премьер-министр страны, которая представляет другую политическую силу, которая проиграла президентские выборы, и говорит, мы уходим в отставку, я и правительство, и будут досрочные парламентские выборы. Вот она, политическая культура. Не надо с вилами бросаться друг на друга, а надо действительно жить в демократическом обществе. Гитлер пришел к власти в 1933 году всего лишь с одним голосом больше, чем другие. Официально. Что потом стало, это другое. Но это был демократический процесс. Потом началась диктатура, тирания и так далее. То есть здесь мы из этого исходим. Или демократия для всех одинаковая, или как-то по-другому. Ну, проиграли вы выборы. По-другому. Все, скажите, не справились за 7 лет, ребята. Не вывели мы вас в прекрасное европейское будущее. Уступаем вам добро. Нет, липкими, грязными ручонками держатся за эти кресла. В тюрьму вы них. Говорите. Это, наверное, у вас годы преподавания сейчас. Наше время вышло. Мне интересно было с вами говорить. Вы действительно ярко, образно умеете сравнивать. И от того беседа выглядит такой достаточно интересной. Благодарю вас за то, что вы пришли. Спасибо. И да, жду вас еще к нам в гости, и не только в программе «Прилюдно», но и в других. Я с удовольствием, потому что с хорошим собеседником. И затронем различные интересные темы. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.